Регина Эзера Целовек с Арсунья Ожу Человек с собачьим нюхом Перевод Вики Дорошенко Читает Евгений Бразов-Брюшковский. Первые симптомы этого довольно странного явления Виктор Эмсинь счел за приближение насморка А именно он почувствовал щекотание в ноздрях и до профилактики закапал в нос экмалина. Однако зуд усилился, и, возможно, как раз от экмалина, который раздражал слизистую оболочку, а, возможно, и просто в силу естественного хода событий, перерос в беспрестанную щекотку похожую на то, что чувствует человек в короткий миг перед тем, как чихнуть, когда в ноздри судорожно втянут целый глоток жгущего, колющего воздуха, который шевелит, колеблет, колышет растущие внутри носа волоски, и кажется, вот-вот сейчас... Но за этим ничего не следовало. Чихать он не чихал, напряжение не спадало, волоски по-прежнему щекотно трепетали, и рука Эмсиня сама то и дело тянулась к зудящему месту. Вначале его слегка удивило, что нос стал холодный, как лед, и влажный, но и это он посчитал за предвестие насморка и не слишком огорчился, что холодный влажный нос напоминал скорее небольшую рыбешку, нежели часть собственного лица. Сравнительно быстро он свыкся и с зудом в ноздрях, поскольку это чуть возбуждающее и тем самым мешающее ощущение все же не было неприятным. Постоянное раздражение нервных окончаний вызывало необъяснимое, почти чувственное удовольствие и, как уже говорилось, досаждало больше всего тем, что просто не в моготу было справиться с желанием то и дело почесать нос, а нередко, как раз на работе и в общественных местах, это как нетрудно себе представить, было весьма не кстати. Начальная стадия длилась примерно неделю, к концу которой щекотание в носу постепенно унялось. Зато в уголке левой ноздри Виктор Эмсинь заметил легкую вибрацию. Посмотревшись в зеркало, он обнаружил, что в нижней части носа дергается маленький мускул, а может быть и нерв – это дрожание было совсем безболезненное, однако довольно беспокойное, и его не удавалось прекратить или смягчить ни самовнушением, ни наружным массажем. Хуже того, на завтра точно такая же вибрация началась у правой ноздри. Лицу Эмсиня это придало выражение высокомерного, оскорбительного, плохо скрываемого отвращения. Казалось, будто вокруг себя он ощущал острую вонь так что всякий, находящийся в непосредственной близости от него, чувствовал себя под подозрением, не он ли распространяет для него самого незаметное, но не скрытое от Виктора Эмсеня зловоние, и люди, потливые или с гнилым зубом во рту, в это время старались как можно реже оказываться вблизи Виктора. Недели через две после появления первых симптомов, в воскресенье утром, Злополучный нос преподнес Эмсиню новый сюрприз, перед которым бледнели все прежние неудобства. Внутренность носа стала до того уязвимой, что ее необычайная чувствительность могла бы сравниться разве только с реакцией обнаженной пульпы возболенного зуба на струю холодного воздуха, когда внешние раздражения отдаются в мозгу нестерпимым колотьем. Существенное отличие как он сравнительно скоро сообразил, состояло единственно в том, что на слизистую его носа болезненно действовала не температура воздуха, а его состав, иными словами, насыщенность запахами и зловониями, которые вызывали целую цепь крайне неприятных ощущений, начиная с таких, как легкие удары Токов носовые каналы, от чего набегали слезы, и кончая резкими спазмами, от которых перекашивало лицо и темнело в глазах, как если бы он вдохнул ядовитых, опасных для жизни паров. Боясь дышать через ноздри, он судорожно, неритмично хватал воздух ртом, и обычно столь естественный, самопроизвольный и потому незаметный процесс дыхания стоил ему большого труда. Собственный нос, казалось ему, увеличился в размерах, распух, как назревший нарыв, однако даже после весьма тщательного осмотра оказался совершенно нормальной величины. Он не обнаружил никаких изменений, если, конечно, не считать, что нос по-прежнему был очень холодный, даже холоднее прежнего, но это, строго говоря, не имело прямого отношения к внешнему виду. Эмсин решил, что он заболел, только непонятно чем. Поставил градусник, но температура была нормальная. К тому же, как это ни странно, вопреки всем мучениям он замечал в себе повышенный аппетит. Как ему ни было плохо, ему очень хотелось есть. Одно, казалось бы, должно исключать другое, и тем не менее одно другого не исключало. С отменным аппетитом Виктор садился за завтрак, отдавая явное предпочтение мясным блюдам. Запах жареного бекона возбуждал его нос настолько, что у него щипало в глазах, и все равно он ел, причем торопливо, жадно, с нетерпением голодного животного, и то и дело ловил себя на том, что его тянет взять обжаренную ветчину прямо пальцами, поскольку вилка и нож ему только мешают, связывают руки. А то вдруг на него находило желание пригнуться и лопать прямо с тарелки, как он иногда делал в далеком детстве. Однако он успешно подавлял себе эти странные желания, так чтобы его поведение в это воскресное утро несколько необычной была только жадность к еде, которая отнюдь не была ему свойственна. Виктор Эмсинь абсолютно во всем ценил сдержанность, умеренность и это было единственное отклонение от привычной нормы, которое заметила и его жена, однако небывалый аппетит, как легко себе представить, вовсе не наводил на мысль о возможной болезни, скорее наоборот. Воскресный отдых Эмсень проводил в раз и навсегда заведенном порядке. В первой половине дня он обычно выезжал электричкой куда-нибудь за город, пройтись на вольном воздухе, сделать несколько километров. Чаще всего он отправлялся на взморье, сходил в Булдури и, в зависимости от погоды, шагал по пляжу до Майори, Дублтов, а то и до Мелужи. И оттуда поездом возвращался домой, проветрившись, чувствуя приятную усталость, зарядившись озоном на предстоящую неделю и умеренно проголодавшись. Поскольку температуры у него, как мы знаем, не было, и свежий, чистый, приморский воздух мог только благотворно подействовать на раздраженный, капризный нос и тем самым на общее самочувствие Эмсеня в целом, он и в это утро остался верен своей привычке. После завтрака оделся, доехал до Булдури и неторопливым шагом направился к морю. Купальный сезон кончился, погода стояла прохладная, но тишайшая. Море блестело, как зеленоватое бутылочное стекло. Воздух дышал свежестью и морскими водорослями и вливался в дыхательные пути Виктора с легким шипением, как сельтерское. Языки ветра чисто вылезали осенний пляж, а недавние дожди утрамбовали твердо, как асфальт, по которому без труда можно было идти хоть до слоки. Однако, едва миновав дзинтари, Виктор почувствовал ноющую боль под ложечкой, а слева под ребрами как бы дряблый мешок, болтающийся в животе в такт его шагам. Это ощущение становилось все мучительнее, хотя и не причиняло боли, и, настороженно прислушиваясь к столь загадочным переменам, происходящим в его организме в последнее время, Виктор Эмсень с легким удивлением, но в то же время и с облегчением пришел к выводу, что тревожит его и на этот раз голод. После обильного завтрака не прошло и полутора часов, а ему уже нестерпимо хотелось есть. Он силился подавить в себе неуемный аппетит, который унижал его человеческое достоинство и бросал вызов новейшим изысканиям диетологии, коих он всегда придерживался в пределах разумного и возможного. Однако желудок, точно бросая вызов ему самому, раскачивался в животе, казалось, со все большей амплитудой, в кишках урчало, и болезненный нос тоже напоминал о себе, ударами тока давая аналогичные импульсы. Из ближнего санатория в прозрачном воздухе струился перечно-горький аромат гуляша или бефстроганова. И без того порядком обеспокоенный событиями нынешнего утра, Опасаясь дальнейшего развития зловещих ощущений, Виктор Эмсень покинул пляж, пересек полосу дюн и отыскал не то буфет, не то столовую под названием шашлычное. Узенький зал с несколькими шаткими столиками был почти пуст. В одном углу двое мужчин неопределенного возраста распевали неопределенного цвета и марки вино, за прилавком, опершись на него локтями, томилась слегка потрепанного вида красотка с тщательно зашпаклеванными первыми признаками увядания. Она бросила на более чем скромную фигуру мсиня, скучающий, только что непризрительный взгляд, приняла заказ, крикнула через плечо в замусоренные портьеры посреди помещения. «Один шашлык!» Зевнула. Снова облокотилась на прилавок, глядя мимо Эмсеня, точно в пустоту. А у него от запахов и дыма, наплывавших из-за портьер, так заслезились глаза, что несколько слезинок скатилось по щекам. Он вытащил носовой платок и украдкой смахнул влагу, но слезы опять навернулись. Ему хотелось высморкаться, однако прикоснуться к носу он не рискнул. Нос его походил на улей перед вылетом Роя. В нем чесалось и щекотало, что-то ползало и дрожало. Более того, казалось, что он беспрестанно меняет свою форму и размеры. Невыносимо хотелось потискать его или хотя бы почесать, но Эмси не решался, опасаясь последствий, которые невозможно было предвидеть, так как весь прошлый жизненный опыт не позволял сделать хоть сколько сколько-то достоверных предположений, что из этого выйдет. Продолжалось это минут 12-15, сколько жарится порция не слишком жирной баранины, однако при мучительном самочувствии Эмсеня время тянулось для него, по крайней мере, втрое дольше, зато дальнейшее произошло в мгновение ока. Буфетчица подала ему через прилавок горячую тарелку, на которой был вертел с обжаренными кусочками мяса и горка, нарезанного кружочками репчатого лука. Эмсень быстрым, чуть ли не жадным движением схватил тарелку, придвинул к себе и острый луковый дух огненной струей ударил ему в нос, опалив чувствительные ноздри. Глазные яблоки у него закатились под лоб, дыхание сперло, мускулы шеи и груди натянулись, и на него напал неудержимый чих. Он чихал, 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 сперва так, а потом уж стал считать. Остальная троица Буфетчицы и двое мужчин, которые вначале не обратили на Виктора никакого внимания, теперь повернулись к нему и, удивляясь, со смехом крикнули «На здоровье!» И в конце концов, как и он, стали считать. Никто из них в жизни еще не видал, чтобы человек чихал и чихал беспрестанно. На тринадцатом чихе Эмсень с ужасом почувствовал, что вдруг что что-то лопнуло. И хотя боли никакой он не ощутил, будто лопнул ремень или отлетела пуговица, он с перепугу в первую секунду решил, что лопнул кровеносный сосуд и непроизвольным движением приложил к носу платок, но на белой ткани пятен не оказалось. Чихнув по инерции еще три-четыре раза, Виктор, наконец, перевел дух. Он вспотел от напряжения, но глаза больше не щипала, да и в носу перестала щекотать. И тут это произошло. Эмсиню вдруг открылось, что он воспринимает то, чего раньше воспринимать не мог. Это было невероятно и, тем не менее, несомненно, противоречило логике, здравому смыслу и, казалось, Настолько поразительным, что поначалу он это явление отнюдь не связал с обонянием. Хаос внешних впечатлений вливался в него, казалось, минуя органы чувств, как телепатические флюиды. Его ощущения можно было сравнить, ну что ли с переживаниями человека после операции катаракты, когда с его глаз удалят пелену, превращавшую все кругом в нечто серое, мутное, тусклое, и взгляду откроется сверкающая игра света и красок. Столь же волнующий, радостный мир, только ароматов и запахов неожиданно открылся Эмсеню, и он сделал в нем первые робкие шаги, нюхом, как дитя рукою, ощупывая все, что его удивляло и поражало. Например, от соли, у которой никогда не было и не могло быть никакого запаха, в действительности он вздымался фонтаном, горьковатый и чуть обжигающий, как морской воздух. И у стулья в сиденье и спинки пахли не только пресно обшарпанным дермантином и резко мореной древесиной, но и теми людьми, кто сегодня утром и вчера вечером тут сидел, точно вырезывая автографы своих запахов на коричневой мягкой коже и волокнах сосновой древесины. И у одного из мужчин, притулившихся в углу и потягивающих вино которая теперь оказалась помесью водки с лимонадом. В левом кармане пиджака явственно проступал кошелек, который кисло пахнул одними потертыми монетами и от которого не доносилось ни едкого запаха краски и химикалий, как от новых бумажных денег, ни вони старых банкнот, напоминающий чад от блинов, жареных на прогорклом масле. А у другого дяди были недавно поставлены к туфлям подметки, и на нем заношенные носки из синтетического волокна, именно из эластика, а не шерстяные или хлопчатые, как невольно подумалось Эмсиню, хотя, по сути, ему не было никакого дела до того, что носит незнакомый субъект, случайный встречный. И когда Виктор повернулся к буфетчице, его словно облаком обдали запахи лака для волос, губной помады, пудры, теней для век, туши для ресниц и средства от потливости, которые в почти незаметных воздушных течениях играющие рейли плавали в помещении, словно прозрачная кисия над тяжелыми запахами пота, кожи и волос, создавая иллюзию завесы, а на самом деле не скрывая ничего и только вызывая чувственное нетерпеливое желание сорвать ее, как помеху, как препятствие. Нюхом Виктор Эмсень безошибочно нашел бретельки ее комбинации и застежки пояса для чулок, Пуговицы бюзгальтера, резинку в трусах и под одеждой какой-то небольшой металлический предмет, возможно медальон или крестик. он нащупал грудь женщины и пупок. он, раздевал ее, и она постепенно обнажалась перед ним, как на сеансе стриптиза. Интуитивно буфетчица догадалась о происшедшем, и, как обычно поступают женщины врасплох, застигнутые ногишом, она схватила первый попавшийся предмет и прикрылась им, как щитом. Виктор Эмсень усмехнулся ход событий доставил ему мстительное удовлетворение, ибо, отнюдь не будучи Дон Жуаном, он в глубине души был уязвлен сонным невниманием к себе буфетчицы, как в аналогичной ситуации был бы наверняка задет любой потомок Адама. Теперь же очевидный испуг – и самообороны буфетчицы явно свидетельствовали о том, что в Эмсине она видит не посетителя вообще, не существо среднего рода, а именно мужчину, который раздел ее публично, самочинно и в высшей степени загадочно, хотя она сопротивлялась изо всех сил. Поднос, конечно, прикрывал женщину только визуально, и Эмсин снова ухмыльнулся, впервые неясно предчувствуя, что новые таинственные способности дают ему какую-то власть над людьми, однако он сам пока не осознал происшедшее до конца и, возможно, еще не сообразил, что все это связано именно с переменами в его обонянии, симптомами. Томы которых, если восстановить в памяти недавнее прошлое, легко было обнаружить, но истинная причина их так и осталась загадкой. Возвратившись домой, Виктор сквозь конгломерат квартирных запахов сразу же заметил, что в его отсутствии у них гостила теща. И вдруг его осенило, что он это унюхал, а не распознал по каким-то другим признакам, скажем, по забытому зонтику или перчаткам. Он ясно учуял запах тещи, хотя и не мог припомнить, чтобы эта особа когда-нибудь ассоциировалась у него именно с этого рода представлениями. Он был до того возбужден, что ночью спал неспокойно и под утро, видел странный сон, который вспоминал и который впоследствии казался ему чуть ли не пророческим. А именно, он стоит высоко на горе, озаренный солнцем, а глубоко-глубоко внизу мелкие, как муравьи, копошатся до смешного маленькие черные двуногие козявки. Хорошенько вглядевшись, он заприметил там, далеко внизу, своих начальников, бывших товарищей по университету, сослуживцев и знакомых. Он удивился, кто это его сюда поднял, все равно как статуи на пьедестал, и хотя во сне не мог понять почему, все же смутно догадался, что все эти человечушки внизу, как это ни странно, в каком-то смысле, в какой-то мере, подвластны ему, зависимы от него. И по его телу паточно сладким ядом разлилось незнакомое ему до той поры сознание собственной значительности. Это было первое яркое ощущение, и тогда, когда Виктор открыл глаза, в жилах по-прежнему как бы медленно струился мед. Его полусонный мозг все еще не мог постичь, что именно произошло, что изменилось, не сознавал историчности вчерашнего дня, начала новой эры, в довольно обыденной, однообразной жизни старшего корректора редакции, протекавшей из года в год без особых потрясений, так как душа Виктора Эмсеня не была подвержена роковым страстям и слабостям. Ум не наделен особой остротой и блеском, а фигура не из тех, которые волнуют женский ум и сердце. Открытие еще не захватило его мозг, а нервы уже трепетали в предчувствии близкого счастья. Как фанатичный католик аромат Ладана, он глубоко вдыхал какофонию запахов коммунальной квартиры, которые постепенно вливались в него, напоминая о происшедшем. И вдруг, вспомнив все, Эмсинь вздрогнул от упоения – Абсолютная раскованность вознесла его на недосягаемую высоту, совершенно как только что во сне. Гениальность обоняния, как и всякая гениальность, неожиданно поставила его выше тех, кому еще так недавно он завидовал возвысила его над остальными и придала ему цену, какую ему не смогла бы придать никакая профессия, никакая ступень общественного положения. Теперь ему даже казалось, что долгие годы он терпеливо, настойчиво ожидал именно этого превращения как триумфа, как воздаяние за прежнюю серую жизнь. Он усмехнулся, уже воображая себе мысленно все, что могло теперь дать ему будущее, и распробуя его на язык, как нектар. Он не ошибся. Новые таинственные способности придали его прежде монотонной, тихой жизни, неожиданно захватывающий ритм. До сего времени Виктор Эмсень был бледной, ничем не примечательной фигурой, одним из тех, присутствие которых не замечают, а отсутствие замечают лишь тогда, когда надо читать присланную из типографии корректуру. Ему было 42 года. Рост – метр шестьдесят шесть сантиметров. Вес 62 килограмма. Так что, по последним изысканиям медицины, соотношение роста и веса у него можно было считать почти идеальным. Отдельные части тела были красивой, даже изящной формы. Кожа на всем теле гладкая-гладкая, очень светлая. Черты лица и высокий лоб, на котором, правда, несколько преждевременно стали образовываться залысины, носили следы аристократической утонченности. Весьма возможно, что Виктор Эмсень был бы красивой женщиной, но, увы, он родился мужчиной. Его белая, почти прозрачная кожа, маленькие руки и ноги, неразвитая мускулатура, хрупкое сложение, легкая грациозная походка в глазах других мужчин, а в особенности же дочерей Евы, как это они несправедливо, были скорее недостатками, чем достоинствами. Может быть, поэтому он до 38 лет поружил холостяком, хотя, по чести говоря, у него была довольно привлекательная внешность. К тому же высшее филологическое образование, знание трех иностранных языков, отменное здоровье, без отклонений как в физическом, так и в психологическом отношении. Две комнаты, правда, в коммунальной квартире, зато в самом центре Риги, с удобствами и несколько почетных грамот за хорошую работу. В редакции он считался самым толковым и глазастым корректором. В конце концов, он все же обзавелся женой. Правда, не позднее страстное увлечение подвигнуло его на это. Просто всякий нормальный мужчина что не говори, должен жениться, чтобы оставить потомство. Добавим, что усилия супругов в этом плане не остались бесплодными, и ко времени описываемых событий сыну Эмсини Линарду шел третий год. Жена Виктора, Сильвия, была одного с мужем возраста, раньше натуральная, теперь же слегка подкрашенная, ярко выраженная блондинка, Раньше пухленькая, а сейчас полнотелая. По профессии машинистка, которая после рождения сына бросила службу и теперь дома стучала на потрепанной континентале, зарабатывая перепиской рукописей как известных литераторов, так и безнадежных графоманов, по крайней мере, столько же, сколько муж. Так что семья не нуждалась. Супруги, хоть их и не связывали пылкие чувства, тем не менее спокойно в согласии, существовали бок о бок, привыкнув к довольно однообразному течению дней, месяцев. Виктор от жены не ожидал никаких сюрпризов, а Сильвия достаточно знала мужа, чтобы тоже не предполагать с его стороны каких-нибудь фортелей, точно так же как сотрудники Эмсини и сотрудницы, которые смотрели на него как на безвредное, ничем не примечательное, бесполое существо и называли только по фамилии, мягкое звучание которой трогательно, как нельзя более подходило к его особе. И вот все, кто до сих пор так или иначе соприкасался с Виктором Эмсинем, стали свидетелями его поразительной метаморфозы, которую они обнаружили, надо сказать, лишь постепенно. К тому же не постигая сути дела, так как их вводил в заблуждение вид Эмсиня. Иными словами, их подвела наивная, усколубая уверенность людей посредственных, что гениальность непременно должна воплощаться в эффектное, самоочевидное обличье. Среди людей Виктор Эмсин стал феноменом обоняния, но коллеги, как говорилось выше, не в состоянии были понять суть его удара, как не поняли бы любой феномен, выходящий за рамки привычных представлений. Таким полным непониманием объясняется, например, тот факт, что в конце первой недели женщины в редакции стали шептаться насчет прилипчиво-назойливого, прямо-таки бесстыдного взгляда Эмсини, который их чуть не раздевает. Хотя, как известно, со взглядом, то есть со зрением, это явление не имело никакой связи. И если в течение двух недель Виктор Эмсень получил сравнительно полное представление о состоянии здоровья и чистоплотности своих сотрудниц, открыл две тайные связи среди работников редакции, узнал о материальном положении заведующей отделом писем поймал специального корреспондента на сдирании статьи из старого комплекта газет и был весьма подробно осведомлен о тонкостях сложных взаимоотношений между редактором и заместителем, то все это исключительно и только благодаря феноменальному нюху. Прикосновение людей и предметов к другим людям и предметам оставляло ясный, неопровержимый след, как буквы в раскрытой книге. За якобы зашифрованными знаками с неприкрытой обнаженностью и точностью деталей раскрывались поступки, взаимоотношения, перепетии и страсти. Они были удивительно сложны и в то же время предельно просты, только для обоняния человеческого невнятны. Бесчисленные поколения умирали одно за другим, так и не проникнув в тайны мира запахов. Были запретены микро- и макро-миры, а тут же рядом существовала сфера, где примитивное животное было выше, чем Homo sapiens. И, как это ни странно, человечество с этим мирилось. И вот, по капризу природы, Виктор Эмсень стал исключением, уникумом. Невидимые нити запахов и ароматов связывали его нос совсем и вся, как центр с отдаленными и близкими периферийными точками, и ощущение себя таким центром возвышало его и чуть ли не сладострастно щекотало нервы, способствуя незнакомому ранее приливу жизнерадостности бодрости и энергии, как будто он наконец выздоровел после долгой изнурительной болезни. За положительными эмоциями последовали и неожиданные благотворные перемены физического свойства. А именно, вскоре Эмсин стал замечать, что привычная ношенная одежда стала ему тесновато. Стал жать воротничок рубашки, Потом неожиданно лопнул шов под мышкой, и брючный ремень пришлось распустить сперва на одну, а через несколько дней на две дырочки. Вначале он подумал, что у него завязался жирок, поскольку аппетит по-прежнему был на славу. Но, раздевшись и пристрастно осмотрев себя в зеркале, он увидел и на груди, и на плечах бугры крепких мускулов, как если бы он занимался культуризмом. Когда он напрягал мышцы, они так и ходили под кожей, которая уже не казалась совсем белой и гладкой, как раньше. На ней пробивались темные волоски. Эти открытия тоже, несомненно, весьма подняли настроение Виктора. Как-никак он был мужчиной. Волей-неволей пришлось обновлять гардероб. По натуре своей, вовсе не склонный к тратам, особенно на покупку вещей, Виктор на этот раз с большим удовольствием, можно сказать, чуть не с энтузиазмом, удивившим даже его самого, снял деньги со сберкнижки и купил прежде всего четыре верхних рубашки разной расцветки, затем французский костюм и, наконец, пальто из добротной шерстяной ткани, потому что Раздавшуюся теперь мускулистую грудь до неприличия облипала старая балонья. К такой солидной экипировке не подходил, конечно, мягкий трикотажный берет, похожий на капор младенца. Тут больше пристала шляпа, и он приобрел шляпу. Новые вещи начиная с рубашек и кончая пальто, были на размер больше прежних, и головной убор ему теперь нужен был на размер больше, чем раньше. В результате всех этих зависящих и независящих от него превращений Виктор Эмсень стал выглядеть холеным, солидным мужчиной и довольно представительным для своих лет. Случайные посетители нередко принимали его за ответственного работника. Однако, вопреки тому, что он стал, несомненно, привлекательней, сотрудницы все чаще пугливо избегали его гипнотического взгляда, своими тщетными, жалкими ухищрениями доставляя ему минуты презрительного веселья, так что про себя он теперь называл их не иначе, как «клушами». Зато мужчины редакции стали коситься на Эмсиня и даже откровенно его игнорировать, что могло объясняться отчасти завистью, но и тайным страхом, так как Эмсинь непостижимым образом всегда был в курсе и больших грехов, и малых, и прегрешений, без которых сильный пол жить не может. И в довершении всего, то, что ему все известно, загадочно и просто предательски выдавал весь его вид. Его осведомленность, подобно таинственным флюидам, исходила в совершенно определенном направлении, как бы публично указывая на виновника. О Викторе Эмсине стали ходить дурные слухи будто он проверяет карманы чужих пальто, роется в письменных столах и корзинах для бумаг, за дверью подслушивает чужие разговоры, выслеживает людей на улице. Однако никто никогда не застал его за таким занятием, да у него в этом, само собой, и не было нужды. Мало-помалу сотрудники стали подозревать и друг друга, и даже обвинять в интригах и недопустимой утечке информации, как принято называть, недопустимую болтливость. Атмосфера накалялась, во время работы выкуривалось намного больше обыкновенного сигарет, дома выпивалось множество горошин элениума, и в конце концов в газете прошла неприятная ошибка, за которую редактор – получил головомойку от прямого начальства. Первым в редакции об этом узнал никто иной, как Эмсин, так как волокна редакторского костюма были насквозь пропитаны официальной духотой чужого кабинета, в которой явственно чувствовались пары первосортного мебельного лака и паркетные мастики, дым дорогих сигарет и некоторые другие характерные частицы, что в сочетании с хмурым видом редактора исключала возможность ошибки. Взбучка от начальства держалась в секрете, но буквально на завтра события обсуждали все работники, включая и курьеров, и некоторые внештатные корреспонденты. Весьма загадочным казалось и то, что конфиденциальный разговор был известен даже в деталях с точностью до марки выпитого кофе и выкуренных папирос. В общем-то, дружный, прежде сплоченный коллектив редакции раскололся на враждующие группы, все время взаимно подозревающие друг друга, стал нервным, склочным, и только Эмсень, в этой бушующей стихии страстей плавал спокойно и горделиво, как большая рыба. И тем не менее, как ни жаль, но счастье Виктора Эмсиня было неполным, так как ничто в этом мире не бывает без теневых сторон. Таковые были свойственны и теперешней жизни Эмсиня и постоянно отравляли сладость его торжества. Во-первых, его необычайно чувствительный нос совершенно не выносил смрада типографской краски, от которого ему, корректору по профессии, деваться было решительно некуда. Только что присланные, совсем еще свежие оттиски вызывали у него дурноту, Головокружение, а бывало даже кратковременный обморок, продолжавшийся секунды, две, три, так что он всегда успевал все же очнуться и взять себя в руки прежде, чем кто-либо это заметит. Чтение корректуры, что раньше давалось ему безо всяких усилий, что он делал даже с радостью и удовлетворением, поскольку легко вылавливал ошибки, теперь превратилось для него в сплошное мучение и требовало чрезвычайного напряжения физических и душевных сил, огромной выносливости, поистине мужества. Во-вторых, осложнилась личная жизнь. Благодаря своему необычайному нюху Виктор вскоре без труда обнаружил, что жена Сильвия, которую он, как в своей мужской наивности он полагал, знает не хуже самого себя, в действительности, как теперь оказалось, многое от него скрывает. Это открытие, которое задело бы самолюбие любого мужа, естественно, оскорбило, сделало подозрительным и Виктора Эмсиня. Как нередко бывает в таких случаях, все началось самым невинным образом, а именно он заметил, что Сильвия, которая считалась соблюдает диету, каждый день пахнет пирожными из ницы. А потом в присутствии мужа с мученическим выражением лица ковыряет половинку вареной картошки с кусочком обезжиренного творога. Поскольку Эмсинь не укорял жену за пышность форм, притворство Сильвии наводило на мысль о лживости ее характера. К тому же, в переходно-расходной тетради супругов пирожные, как он убедился при проверке, не значились, а это давало повод для догадок, что туда не заносилось и многое другое. И действительно, Сильвия чуть не через день пахла то новыми нелегальными чулками, то новыми незаприходованными бусами – эти покупки ясно показывали, что жена скрывает от Виктора также истинные размеры своих заработков за перепечатку рукописей. Очевидная лживость Сильвии ранила его в самое сердце, но хуже того была неуверенность. Ведь он теперь не знал, чему верить и чему нет, и какие открытия еще готовит ему будущее. Ему вспомнились разговоры знакомых о том, что Сильвия засиделась в старых девах не от того, что не хватало поклонников, она ждала хорошую партию. И если раньше такие и тому подобные замечания он воспринимал как лестные для себя, то теперь воспоминания о прошлом Сильвии, которая к тому же подогревала воображение, чуть не сводили его с ума. Он взглянул на жену совсем другими глазами и его просто в жар бросило. При всей своей полноте и сорока годах Сильвия была яркая, соблазнительная блондинка и пленительно пахла губной помадой и пирожными, которыми она снова лакомилась в Ницце и которую опять не занесла в расходную тетрадь читы Эмсиней. А когда Сильвия сидела за машинкой, за вдохновением талантливой пианистки, стукая по клавиатуре и не обращая никакого внимания на мужа, в узкой коричневой юбке, облегающей ее округлости так, что бедро походило на только-только вынутый из печи пышный подовый каравай, с Виктором произошло нечто из ряда вон выходящее – Ему вдруг захотелось подойти и ущипнуть жену за ягодицу, то есть сделать то, чего он в жизни никогда не делал, считая это крайне примитивным проявлением чувств, унижающим человеческое достоинство. К тому же, когда ему это пришло в голову, он вдруг с ужасом подумал, что точно такое желание, естественно, может возникнуть и у других мужчин, и совсем потерял покой. Он мучился, когда Сильвия уходила из дому, в магазин или на прогулку с ребенком. Когда жена возвращалась, он всякий раз незаметно обнюхивал ее, стараясь уловить среди многочисленных запахов, какие она приносила с собой, особенно когда она ездила на общественном транспорте, несомненные приметы неверности. И однажды, когда Сильвия в порох пальтовой ткани принесла горьковато-мужской мускусный аромат, характерный и для самцов-животных во время гона, Виктор не мог заснуть всю ночь ворочался сбоку на бок, в то время как Сильвия спала крепким, сладким сном и возбуждающе пахло польским кремом и немецким вежиталем. Очевидно, именно нервное напряжение от бессонной ночи и породило то особенное предчувствие близкого несчастья, которое в эту ночь охватило Виктора и от которого он уже не мог избавиться. Такое, скорее интуитивное, чем подсказанное разумом чувство, как ему приходилось читать в книгах, охватывает иной раз человека в саванне, в тропических лесах, когда за охотником следят желтые глаза еще невидимого, но уже готового к прыжку тигра. Полумрак, который рассеивало уличное освещение, потрескивание в радиаторах, дыхание жены, стук дождя в окно — все, что улавливали его зрение и слух, вселяло спокойствие, сонливую леность. Тем не менее, его ноздри дрожали от возбуждения, стараясь унюхать опасность. И хотя нюх не улавливал ничего опасного, ему все же казалось, что близится катастрофа. Несколько дней спустя, возвращаясь с работы, Виктор Эмсень увидел, как из парадного вышла Сильвия. Откинув светловолосую голову, поглядела вверх, маленькими ручками, затянутыми в кожаные перчатки, раскрыла над собой ярко-синий зонт и легкой, несмотря на полноту походкой, направилась в противоположную сторону. С ней не было ни ребенка, ни сетки для покупок, на руке покачивалась только миниатюрная кубической формы сумочка, которая даже издали пахла совершенно новой, еще не заношенной, не обшарпанной кожей, и в расходную тетрадь записано, само собой, не была. Какое-то мгновение Эмсинг колебался, потому что моросил дождь, но потом решился, поднял воротник и, стараясь не упустить из виду синее шелковое полушарие, двинулся следом за женой. Улица Ленина кишела народом и огнями, которые отражались на мокром асфальте спокойные несущие, семелькающие вспыхивающие от витрин, фонарей, автомобильных фар, они создавали настоящий фейерверк, сквозь который плыл синий зонт, и в котором Виктор очень скоро потерял бы жену, если б ему приходилось полагаться только на зрение. К счастью, у него был и превосходный нюх, силу которого, правда, притуплял постепенно усиливающийся дождь. Фигура Сильвии скрылась в гостеприимных дверях Ницы, из которых плыли потоки сладких, пикантных ароматов. Пока Сильвия за стойкой лакомилась любимыми фирменными пирожными Прима, снаружи, на улице, нос Эмсеня платонически распробовал все меню кафе, начиная с бифштекса, салата столичный и кончая еще теплыми пирожками с мясом. Здорово проголодавшись, Продрогнув и уже несколько успокоившись, он стал подумывать, не зайти ли ему тоже и не заказать ли что-нибудь горячее и сытное. Дождь перешел в мокрые серые хлопья, и город обняла промозглая липкая сырость, когда из ароматных недрницы выплыла Сильвия. Снова грациозно вскинула над головой зонтик, и плавной, очень женственной, к тому же, как показалось Виктору, нестерпимо соблазнительной кошачьей походкой, двинулась дальше, но отнюдь не по направлению к дому. У Виктора мигом пропал аппетит, опять, как и прежде, стараясь, не упустить жену из поля зрения, Он следовал за ней, все больше волнуясь, чуть не в отчаянии молил Бога, чтобы Сильвия завернула в мясной или рыбный магазин, Однако тщетно, не торопясь, но и нигде не останавливаясь, она все шла и шла сквозь ненастье к одной ей ведомой цели, насчет которой родной муж мог только строить предположения и догадки. Нетерпение и взволнованность заставили его непозволительно ускорить шаг, так что у магазина химических товаров он чуть было не нагнал жену, подошел сзади на расстояние вытянутой руки так близко, что его пьяняще, одуряюще захлестнули ароматы парфюмерии и кондитерской волнами, исходившие от Сильвии. Он едва удержался, чтобы не схватить ее за рукав, но в Последний миг все же совладал с собой, убавил шаг и продолжал следовать за ней на расстоянии. Однако на углу улицы Ленина и революции Виктора Эмсиня постигла довольно банальная и все же роковая неудача. Сильвия успела перейти на другую сторону. Тогда как ему преградил путь сначала второй и тут же за ним одиннадцатый трамвай, и когда он наконец ступил на противоположный тротуар, Сильвии нигде не было видно. Тяжелые мокрые хлопья, фильтруя воздух, плыли по ветру и таяли на асфальте, превращаясь в грязную кашу и убивая запахи. Точно пес, потерявший след, Виктор низко наклонил голову, глубоко, чуть не со свистом втягивая ноздрями в воздух и, мелко дрожа всем телом, почти бегом, скорее по инерции, чем по здравому размышлению, направился в сторону воздушного моста, потом свернул на мирную, побежал бегом и, опомнившись на углу улицы Зибас наконец остановился. Хлопья падали мимо падали на него, таяли на шляпе, на плечах, на лице. Он вынул носовой платок, вытерся, нечаянно дотронувшись до носа, и его удивило, что нос у него необыкновенно горячий, в холодной, как лед, ладони он пылал угольком, а самого его так лихорадило, что... Зуб на зуб не попадал, и поскольку тут рядом была и минутка, Эмсин зашел туда и не просто зашел, но заказал сто граммов коньяку, чего обычно не делал. Когда он оттуда вышел, сверху все еще лепило мокрым снегом. Значит, надвигалась зима. Он посмотрел вверх на мельтешащее небо, прижался к столбу трамвайной остановки, и заплакал, сам не зная о чем. После этого Виктор Эмсень заболел острым воспалением верхних дыхательных путей, как говорилось в бюллетене. Он пролежал 10 дней. Тем временем действительно настала зима, и когда он снова вышел на улицу, землю покрывал хотя довольно тонкий слой, но все же настоящего рыхлого снега, и в небе блуждали по ветру снежные облака. Воздух был звонкий, прозрачный, но вскоре почему-то Виктору стало казаться, что на него опрокинут непроницаемый купол, и что куда ни пойди, все останешься под ним и никуда из-под него не выбраться. И вдруг он почувствовал, что его нос не различает никаких запахов и ароматов. Он не воспринимает ровным счетом ничего. Потом он заметил и нечто другое. Ветер привольно гулял под его одеждой. Она болталась на нем, как на вешалке – одежда стала ему велика. Но особенно странным казалось, что и шляпа теперь стала ему велика. Она то и дело сползала на лоб и, наверное, съехала бы на глаза, если бы не держалась на чуть оттопыренных ушах Виктора Эмсиня. Опубликовано в книге «Один день на милой доброй земле» латышские рассказы, 1981 год. Составление и предисловие Зигмунта Скуйня.